Киберарена Про – приложение для геймеров номер один. Играй, соревнуйся, зарабатывай. PlayerUnknown's Battlegrounds. Dota 2. Counter-Strike Global Offensive. Просто включи приложение и зарабатывай на каждой победе. Или борись за главные призы. Промокод на 100 рублей в описании. Киберарена.про. Погнали сейчас ногу. Да? 3700 лосей. Ребят, давайте до 4000 лосей-то дотянем, а? 4000 лосей-то мы поставим? Нет сегодня плюс 300 лосей. Если бы Лего был топ, каждый бы читер брал в рот. Даже если зажали его в бутерброд, всем по щам он дает. За хедшотом хедшот. Спасибо, Робин Бобин. Нарезку сделай по этой катке. Да нет, надо топ-1 брать. И все будет хорошо. Это шарф или что? Какой шарф? Это держатель шеи, потому что шея очень сильно болит. Челлендж увезти... Аирдроп можно на капоте сейчас увозить? Осталась такая тема? Нет? Не Бегай, знаю, ошибаются, не знаю. Шеи, спроси меня как. Давай, Зерофакт, я спрошу тебя. Может, фиксанули, не? Может быть. Вонючая майка лежи. Скажи, пожалуйста, как воняет Лего? Мы одни? Нет. Справа на РЛСке чувак сейчас разобьется. Пока просто. У нас никого здесь нет. Well. Сайга. Давай быстро на антенны. Давай там был. А, ты про эти, я понял. Пошли. Да у меня тоже двухстволка, не то немножко. Тоже за огорочка, один топ один за. У нас есть шанс, вот это все с антенны, они все вдалеке. Давай. Что-то у нас по топам слабо, надо брать. Надо брать! Думаю, сейчас уже вроде получше стали играть. Чуть-чуть. Томпсон взять, что ли? А вот это мне не нравится. Погнали? Подожди, скарб беру. Давай. Калаш, иди бери. Иду. Прицел дайте? Да. Кинул. Цепани чуть-чуть не этих. Кого? Сейчас. Скинул, погнали. Спасибо. Так, где-то здесь рядом была война. Под РЛС-кой, да? Да. А где Тихо. Именно? Где? Я понял. На РЛС-ке минус. А че он Без тупил прицела. Так долго? А че он так долго прицела. Тупил? Он бегал, мансовал. А, мансовал? Да. У меня он стоял. Нет, он сначала отмансовался, остановился, и я ему дал. Оу, делай красиво, GVSK, это что за ники вообще? Делай красиво. Это откуда такие донаты Дома. Вообще прилетают? Спасибо. Спасибо огромное, уважаемый. Спасибо. 4 их забирай, компен забирай. Погнали. Сверху сейчас попробуем. Спасибо, GVSK-125, я даже тебя не знаю. Быстрее, иди сюда, 4х твой нужен. На крыше 95-105, справа здание, на крыше. Работай. В башку. Спасибо за донатик. Олежка воняет победой в этой карте. Хорош! Надо долутать их. Видел, как я ему хорошо в голову, да? Нет, я слепой, Стасик! Нет! Конечно, видел. Вонючая майка лежа. Олежа, воняет победа в этой катке. Понял. Стас. Снегоуборочная машина ходит тут. Стас. Да. Стас. Ну конечно же, давай сейчас эту остановку возле конечной. Стас. Да я! Пошли, стас. Тихо, сейчас аккуратно, они не последние там были. Они кого-то, кстати, выпаливали. Нам надо их подлутать.
Как? Надо. Вижу! О, сверху! Тихо, давай к дому быстро. Да-да-да. Подниматься будем? Да, надо, надо его забирать. Тихо. Здесь, здесь, здесь. Спускается. Минус, брат. Уходи! Еще где-то есть. Ты 8х успел взять? Пойдем на ту сторону крыши, на ту сторону крыши, перезаряйся 8х и погнали. 4х мне дашь? Сейчас, подожди. Скинул. Погнали на ту сторону крыши, забираемся и убиваем. Где он? Он из домов, что ли, кидал? Вон он, вон он! Вижу! Че, попасть-то не могу? Он в кого-то тоже стрелял. Под нами. Понял. Где? Где? Тихо, тихо. С той стороны дома. Уходим. Тот лут забираем? Давай убьем сначала. Или на дом. Давай вот на этот. Мне что-то с зажимами плохо вообще. Макросы не работают. Я миник... скинул тебе глушак. Где его кореш? Красиво. Так, миник забираю. Блин, ну мы, конечно. Бля, обожаю нашу команду вообще. Сейчас вообще четко, да. Сейчас вынос просто в досвидули. В лютый досвидули. И реально без шансов. Да-да-да-да. Просто надо... работать. Подожди, а вот мне вот этот юмпик не понравился. Он один почему-то. Там есть увеличенные магазики? Ё-моё, здесь много есть. Чего есть. У него. Жопа МК, если есть, бери. Нет, на снайпу ничего нету. Компенсатор тут есть, Саги. Миник у меня есть, все, я взял. Миник, все взял. Вам газ нужен? Да, обязательно. На то есть. Да-да-да, конечно. Так, мне цевьё нужно. Я не видел, но оно где-то по-любому есть. Тихо, кто топает? Я прям слышал вдалеке на улице. Бери, бери. Скинул. Все, взял, взял. Жопу эмки скинул? Нету, нету. Вот пламегаса. Нам ехать пора, возьми. Ехать пора, ехать пора. Пламегаса вон возьми и уезжай. Мне не надо, мне компенс, поехали. Все, уходим, уходим. Пока нас тихоря не следит. О! Оп. Сзади! Уходим, сейчас уходим, уходим, уходим. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да, удачи, пацан. Не дураки, мы уже прохаваны на эту тему. Угу. Тачка и на гору, и будем ждать их смотреть. Справа возьми мотик! Или я мотик возьму? Я возьму, возьму. Давай. Нельзя оставлять им тачки, и наверх сразу. Типа уезжаем и сидим на пригорке. Я метку поставил, где тачка стоит. Вижу 210. Подпускаем, подпускаем. Они долутывают нас. Здесь двое. Один вправо пошел на вышку, другой возле склада стоит. Вправо оба пошли. Ждем, ждем, не даем, надо поближе. Вижу, вижу их. Сейчас они на поле справа выходят и даем. Может быть, на ту горку быстро переедем? Не-не-не, спалят, они тогда не выйдут. Они вот, на баги можно давать уже. А где баги? Попал. Хорош! Попал. Хорош.
попал по убитому тобой. Все, поехали, долутаем их. Лучше. И я мотик беру, а эту. Да-да-да. Ну, это тактически, это они, у них без шансов просто. А у них что, без вариантов было? Они в любом случае пошли бы. Ну да. У них машин нет, ничего нет. Как корякой, хорошо, что-то я начал, а? Сам а себе в шоке. А им рада? 8x. У меня есть, мне тоже 8x. Жопу на имку надо. На годовщину. Воу! Спасибо, Ваня! Ваня, если хочешь, я возьмем в катку поиграть. Вообще не вопрос. Все-таки 600 рублей это дохера. Ваня, если хочешь, поехали катанем. Все, можно ехать. Да, поехали. Искать надо лодку, так. Срочно. Бущусь. Ты по правому берегу, я по левому. Потом друг друга забираем, у кого есть лодка. По мосту не поедем, там ждать будут 100%. Давай. Ты где-нибудь справа ищи лодку, я слева проверю, от моста. Давай. Кто находит, того этот. Вот сюда потом поедем, вот сюда на лодке. Спасибо, Ваня, огромное. Ваня, топчик. Ваня, супчик. У меня шея болит очень сильно, ребят, сорян. Есть лодка, у меня можешь ко мне поворачивать сразу. Еду. Прям по берегу можешь. Да, там встречают. Смотри, какие ники. Да. Я тут. Четко. Сейчас бежать надо, по ходу дела, очень далеко. Тут залутано, если что. А, не, нормально. Повезло в зоны. У меня болика одна только и все. У меня. Давайте скину два. Эти на мосту там наяривают. Как пускать? Тачку берем и в центр. Угу. Держал легасик, спасибо. Конечно, Ваня, топчик за бабосики. А почему нет? В смысле, Евгений Незнамов, а ты что-то имеешь против? Человек задонатил 600 рублей. Конечно, он будет топчиком. Как по-другому? Это жизнь. Ничего тут в этом такого нету. Магического. Я вижу вдалеке УАЗик. Поехали за ним. Побежали на него. Чувак задонатил, чувак топчик. А чё, он сдатил, должен был ему сказать, фу, Иван, ты плохой чувак? Зачем ты сдатил мне 600 рублей? Так, что ли, по вашей логике получается? Ну, я не про все говорю, а про одного какого-то Васька, который тут возмущается, типа, конечно, он топчик. Где логика, я как бы не вижу. Как тебе клавиатура геймдиск Hermes 1? Я же тебе геймдиск Hermes M1, да, подарил? Клавиатуру? Да. Опа, забрали. Вась взяли. Залутываем, берем. Будем знакомы, плюс к годовщине. Спасибо, таксист, огромный СПБ. Сколько, кстати, услуги таксиста стоит СПБ? Яндекс такси или какое такси? Я вообще люблю таксистов, на самом деле. Без прикола, у меня много друзей в такси работают. Я знаю, как это тяжело. Мигни болеть. Спасибо, Лига, твой сын. Привет, мой сын. Когда другие донатили, даже радости не было, реальности. В смысле? Какие другие? Здорово, пан Ян. Чё? А где? Не понял ты про чё? Где второй труп? А, вот он.
Так, у меня есть две большие аптечки, три малые аптечки, бинты, бульки, энергетики по одной. Иди бульки бери. Ага. Жопу эмки я тоже взял. Эти взял. У меня одна, сколько? Все, у нас уже можно и не воевать, уже можно дефаться. Четенько, конечно, мы тут их приняли. Очень четко. Тут третья броня сломанная. Да че, у меня вторая целая. Да, поехали. Воу-воу-воу. Откуда? Видишь? Сзади. Давай сейчас попробуем дать вот здесь. Типа уехали. А где они там сзади примерно? У них зона, им бежать надо. Вижу. Где? 145. Понял. А, бегут. Даем. И где его друг? Не, его не добивай, друга бей. Его не добивай, пускай он его пытается поднять. Друг. Вижу друга. Вижу. Все. Будем лутать, нет? Да нахрен надо. Тоже так думаю. Ну так мажоры уже. Ага, я Рики как должно было. Главное правило не трогать. Есть такое. Оп, тихо. Есть так. Выходи. Есть такое. Ну просто Рик это уже как друг. Минус. Где еще? В красном доме на 330. В красном доме на 330. Еще где-нибудь есть? Садимся, уматываем тогда. Даже сейчас попробуем с другой стороны дать. Тачка едет прямо на нас зачем-то. В чем прикол? Поехали в центр. А, он это его друг! Приехал. Надо мотоцикл взрывать, пока тот его не поднимет. Ты его видишь? Нет еще. Все, теперь можно ехать. А зачем они штурмовали его? Подожди, перезаряжусь. Зачем они штурмовали этот дом, я ничего не понял. В итоге один там, другой штурмули кто, я ничего не понял. Мы просто, хорошо, что мы команду рассыпали. Да. Один поднимает, сейчас другой потерялся там. Что такое? О, юнтики, пойдем отсюда. Сейчас наверх вот здесь вот сядем, будем ждать, смотреть, что по зоне, и их палить. Ага, здесь ничего не видно. Уезжаем нафиг. Тачка. Тихо, не пугай. Пускай... Там, сюда едет. Хорош. Я что-то не понимаю, почему все сюда-то едут? Аирдроп, что ли, сюда сыпал? Они не могут просто так сюда ездить. У меня 8 бустов, у меня нормально все. Гранаты мне нужны. Есть гранаты где-нибудь? У меня 5 штук. Сейчас надо чекать осторожно. Мы можем сейчас заиграться и все, плохо я закончится. Я уже давно это говорю. Блин, у них нет гранат, понял. Все, поехали, центр занимать и дефаем. Подожди, прочекаю. Ладно, поехали. Говорят, что я читера типа убил. ПЗ. Чего? Типа читера, говорят, убил. Ты? No. Как они только это определяют, я не понял. Профессионалы. Так, все по бустам нормально, аптеки нормально. Броня, главное, третий шлем будет где-то найти. У меня третий. Нормально. Блин, у тебя нет заправки? У меня 8 пустов, 3 малых аптечки, 2 большие. Могу одну большую тебе дать. Понял? Джофф лучший. Джофф топ. Джофф батя? Да, нам надо эти домики выбивать по-любому. В пабчик 1-1 против Джоу. Прикольно было бы.
Кастомка у меня есть. Стандартными правилами, прикиньте, да, жесть. Не знаю, какой попробуем, левый или правый? Лучше правый, наверное, да? Давай вон там с крыши, вот куда ты едешь, вот тут. О, там тачка, тачка за ним. За каким? Вот за этим. Останавливайся. А, есть, есть. Забирать надо. Тихо-тихо едет. Минус. Где его друг? Аирдроп упал. А где его друг? Кроешь меня? Я не знаю. Да. В доме. Минус, брат. Все. Это он один был? Его друг был? Масхалат, иди сюда. Масхалат, М24, забирай быстрее. Беру. За место коряки будет. Ага, тут тачка. Еще едет. Тихо-т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 ихо. Еще прямо у нас за ХГ. Пока не видно. Я предлагаю в дом добежать. Погнали в дом. Сейчас дым накидаю. Где его друг? За горой. Понял? Нет, 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 нет. Это я так. Это он? Спасибо за донатик. Так, я предлагаю в дом, в дом, в дом, в дом. Для тебя бесплатно, велком. Давай поправляйся. Спасибо, таксист СБ, огромное, здорово. На коряке оставил. Спасибо. Сейчас заберем сверху. Ходи, ходи. Да, он там за ХГ. У него АУК. У него АУК. Пойдем забираем все наши штуки. Пошли, пошли. Я у него АУК заберу. Давай. Там и гроза была, можете грозу взять у того, который первый был. АУК забираю. У них два АУГа. Вылеченного магаза нету? Есть. На СКС такое. Не вижу пока. Здесь второй АУК забирай, иди сюда, второй АУК. Бегу. Пипец ты весь нафаршированный. Вот здесь АУК второй. И все, и живем. И уезжать нам отсюда надо. Да снимайся. Мне 14 киллов. Надо садиться в УАЗик и валить отсюда. Все, четко? Так, а у нас что, 5.56, да? Да, 5.56, и поехали. Всё. И просто зажимаю из него, как с пулемета, он без отдачи. Просто бомба. Тачка. Тачка едет. Где? Близко. Вижу. Давай, давай, если можешь. Садись. Приплыли. Садись, садись и поехали. Мы не в зоне. Бегу, бегу. Вон они, вижу. Сейчас попробуй из АУГа справа. Они взрывай их. Сейчас поближе подъеду. Сейчас, подожди, я перезаряжаюсь. Они дымят, да? Да, да, да. Выходим. Хорош. Отходи, граната! Все, они умерли. Отойди, сейчас машина взорвется. Хорош. Я УАЗик... УАЗик подвезу. Все, от зоны играем, мы не успеем уже в дома. Так, а второй где сдох? Не знаю пока. Слушай, аптечку большую. Окей. На Луге у меня 90 патриков, надо мне патриков взять. У тебя есть еще патрики на Луг?
Едет туда. Тихо. Уехали. Не палиться лучше сейчас. У меня! Лучший. Будешь их лутать? Просто лучше. Блин, на наук надо взять патрики. Да, мне тоже. Бля, они бомжи. Блин. 8 их здесь, большая птичка. Ё-моё, что так куцает? Ухожу. У нас зона. Вижу на горе сверху. Если можешь давать, давай. Сейчас я захилюсь. Давай, я тоже. И буду. Погнали? По верхушке которого. Попал по нему. Блин, они очень далеко. Поехали, отъедем. Снизу стоит. Подожди, перезаряжусь. Давай. Боже, что это за катка лютая? Там где-то надо стоять. Я вышел. Тихо. По ним жопы наяривают. Гранаты. Попал. Хорош. Сзади на 25 есть еще будут. Хорош. Те в пригорке внизу, если попал. Что. Вон, стреляют, надо убивать. Убил одного. Тихо. Вот там в пригорке есть. Есть граната у тебя? На 150 за сеном вот этим. Тихо, палю. Пригорки. Еще раз цифры. 130 сена. 140 сена. Видишь, они нам кидают грены. С жопы из дома могли выйти. Где? Да из дома, я ему прям голову сбрил. Есть пятерки? Мало, 120. Дай 30. Бежит 50. Тот 50 бежит из зоны. Все, он лег. Все. Тихо. Есть 50-60, помоги. Нужен выстрел снайпера на 60. За деревом, видишь, побежал. Попал. Все, убил. Да сколько? Убил. Лега, давай ты слева будешь смотреть. Справа удобнее выцелить. Его тоже убили. По спине ему наяривают. Да-да-да-да-да-да, вот это. Да-да-да-да-да-да-да-да. Блин, ну ты че, дай мне лучше, я сам кину. Скинул тебе чуть-чуть. Угу. Сейчас нам нужно вправо сейчас будет бежать и потом их брать. Погнали прямо сейчас, пока они будут убить. Дымы есть? Дымы. Нет, домов нету. Бущусь. Да, бусти на полную. И погнали. Сзади нас не обходят, да? Погнали, у нас есть шанс. Уходим. Бежим, срочно укрытие искать. Спасибо за донатик. Вот, смотри, сено. Нет. Как дело? Вот лоу-граунд. Справа! Минус. Бежи, пока не там. Давай. Ля-ля, фа-фа. Один вот остался. За пригорок, бежим сюда. Давай. Дерево. Не торопимся, ждем.
Спасибо, Ремвиз. Как дела? Нормально все? Нормально все. Спасибо. Пойдем туда, в зону, и там будем это. Вижу, за деревом. Он пошел, погнали за мной. Вот здесь видишь камушки всякие, шмакушки? Вижу, вижу. Где он? Где-то. Вон он, в кустах. Все. Сколько у тебя убийств? Стец, я рекорд поставил. Я просто псих. Просто псих. 23 кила! Это просто батя! Я не знаю, если это не достойно лайка, я не знаю тогда, что достойно лайка. Ребята, 200 лайков, пожалуйста, и подписку на канал, если не сложно. Пожалуйста, 200 лайков, ребят, если не сложно. Это новый рекорд мой. Офигеть. 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 Я в шоке. 23 кило. Офигеть. Просто жесть. 23 кило, гайс. Эй, гайс. 23 килайс. Это просто бомба.